Газовая кинокомпания 20 век Фокс. Однажды давным-давно, в далеком беспечном 1957 году, по югу США колесил легендарный герой в поисках романтических приключений. В главной роли Барт Рейнольдс. ВВ, Дикси и Короли танцев. Христос глядит. В картине также снимались Конни Ван Дайк, Мэтт Бетти, Джеймс Хэмптон, Дон Уильямс, Ричард Хёрст, Мел Тиллис, Ферри Льюис, Шерман Ллойд, Морт Маршалл, Билл Маккачин, Хэд Мэррей, а также Джерри Рид в роли Уэйна и Арт Карни в роли преподобного Джона Уэсли Гора. Главный оператор Джеймс Крейг. Автор сценария Томас Рейкман. Продюсер Стэн Кантер. Режиссер Джон Гилберт Эдлсон. Доброе утро. Добрейший, добрейший. И денек сегодня замечательный. Так точно, сэр. Замечательный. Полный бак, пожалуйста. Обожаю солнце. Роскошный у вас автомобиль. И быстро бегает? Ну, примерно как тот спутник, что русские запустили. А, понятно. А сколько здесь? Новый Кадиллак, у вас никто не интересуется. Есть один на примете. На $40 в неделю Кадиллаком не разживешься. На сколько? На $40 в неделю. Че, правда, что ли? Да точно, сэр. Да нет, какая прелесть. $40 в неделю. Знаешь, что я читал? На днях буквально. Тут же не все сосунки на станциях работают. Бывает театры, кино, они там день по лимону заколачивают. Что, факт? Конечно, факт. Там еще и супермаркеты есть. Жаль. Что жаль? Жаль, что тебе $40 в неделю приходится, а им по лимону в день, этим сосункам. Ну, такова жизнь. Наверное, как-то так. $1.70 с вас. А мы по-другому поступим, а? Как это? Давай, ты пойдешь туда, снимешь кассу и все принесешь мне. Зачем? Как зачем? Я же грабитель. Что? Да граблю я тебя, граблю. А, ну да, типа да. Да нифига, фига-фига. Ты что испугался-то, папаш? Так нельзя. Я тебя еще пальцем не тронул. А давай деньги разойдемся с чистой совестью. Они не заметят пропажи. Эти сосунки из компании SOS. Знаешь, папа мне говорил. Говорил, сынок, человек живет за счет двух вещей. Первое. Нужда. Вторая жадность. Мы с тобой нуждаемся. А люди поумнее, из СОС, жадничают. Да, сэр. Ты женат? Конечно. Наверное, ты жене на $40 в неделю и пару платьев не купишь. Так точно, сэр. Ну что, ты ей дарил когда-нибудь? Конечно, однажды. Браслет, лодыжку с ее именем. Ну, по случаю дня рождения, так всякую мелочь. Просто так, без повода. Она разоделась, как рождественская елка. А я тебе вот что скажу. Сделай ей приятное. От меня. Ну, иди сюда. Значит так, вызывать полицию будешь? Полицию? Ну да. Да, сэр. Так скажи им, был тут мужик в большом Бьюике. Биг Бьюик? Да, большой Бьюик. А внутри полно янки. И говорили по-южному, как янки. Ага, янки. Да, и большой старый Бьюик, большой Бьюик. А внутри янки. И обчистили тебя. Обчистили. Ты понял? Бьюик, внутри янки, меня обчистили. Ну да, вот так. Пусть это будет началом твоей новой, лучшей жизни. Спасибо. Вы еще вернетесь? А как же? Ну, что это скажет Мэри Лу?
А может, я Мэрилу ничего не скажу? Что я пальцем делал?